Для фестиваля «Ступени» члены жюри отобрали 250 картин из разных стран мира. Претендентов на участие было в четверо больше. Перевести фильмы на русский язык помогали волонтеры ООН. Картина в первую очередь ценилась наполнение, а не художественные особенности. Скажем, харьковская картина об Алексеевской колонии, она не имеет большой художественной ценности, но впервые показывает быт этой колонии. Награды получили самые разные картины. От «Оскароносной бухты» американского режиссера Луи Психайоса о массовых убийствах дельфинов до аматорских фильмов. При зрительских симпатий получили киевские журналистки. Свою короткометражку «Удивительная страна» они сняли на фотоаппарат. Их лента о болезнях общества, проституции, беспризорниках и домашнем насилии. Наш бюджет составил 36 гривен. 6 гривен мы покупали детям гамбургер и на 30 шарики воздушные. Награду за лучший документальный фильм поделили харьковчанин Игорь Подубный с картиной «Неоднозначные» и екатеринбуржец Виктор Малышев. Его фильм «Черные всадники» повествует об уральских байкерах. Награда от представителей ООН досталась российскому документальному фильму Татьяны Степко «Генералы улиц» о мариупольце, который помогает беспризорникам. Мы будем показать этот фильм как модель. И для нас это будет как амбассадор для волонтерства из Украины. Киноактриса Линда Нигматуллина приехала представить картину «К вам пришел ангел» о смерти своего отца Талгата Нигматуллина. Привезла и фильм «Волчья яма», где ее родители сыграли вместе. Перед зрителями «Объектив новостей» она заранее просит прощения за сорванный голос. Я никогда не думала, что я удостоюсь вот такого признания людей, которые идут со мной параллельными путями. Ну, для меня это правда честь, и я не то, что приехала, и не то, что согласилась, и не то, что нашла окно, я прискакала. И чем больше будет таких мероприятий, и как только будут какие-то мероприятия подобные, я буду там. Современному обществу, говорит актриса, правозащитники на фестивале крайне необходимы с его нынешней моралью. Мы не можем позволить себе жрать, спать и ржать. Мы не можем больше. Раньше это прокатывало, сейчас уже не прокатывает. Все рушится на глазах, рушатся системы, рушатся взаимоотношения, рушится человеческая личность. То есть вы посмотрите на людей, все ходят в депрессии, все ходят друг к другу волки. Из Харькова Линда увезет приз за лучшую мужскую роль. За работу в фильме «Волчья яма» Талгата Нигматуллина наградили посмертно. Юлия Довгополова, Виталий Смачко, медиагруппа «Объектив».